Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если ты мой преданный подписчик. Привет всем, господа хорошие, с вами, как всегда, это не Юрыч, и сегодня у нас невероятные, крутые погони на дрели и против грузовиков. Да, ребята, всем привет, вы посмотрите на название этого грузовичка и на глаза этого безумца, на название грузовичка и на глаза. Вопрос в эйфории, походу, ребят, я не знаю, что это за грузовик будущего, но у него нижние платформы поворачиваются отдельно от всей машины, это охренеть. Да, у него рожа, смотри, это расстроенная, он просто увидел, против кого он сегодня будет ездить. Да, а движок, смотри, где у него тоже снизу, вот здесь вот. Прям. Да. То есть его можно достать отсюда. Да, ребятки, в общем, я сначала думал, что это вообще ховер-грузовик какой-то. Нифига ты шатаешься. Но на самом деле у него есть колеса. Так, ну а у нас наша дрель-убийца. Я уже за тобой выехал. Да, ребят, я знаю, что у дрели-убийцы есть очень большая проблема, потому что она здоровая, и она очень плохо будет заходить в улички. Братан, это большая проблема, это твоя большая проблема, потому что у нас есть еще пулемет, и мы можем уничтожить улички. Так, тихо-тихо. Но сначала мы постараемся тебе сделать анальное зондирование. Не надо мне поставить зондирование твои устраивать. Чипируем тебя. Иди сюда. Алло, дядя, не надо, я хорошо себя вел весь год. Братан, ты на машине будущего, тебе просто необходим анальный чип. Бибиб. А, он не сигналит, вот этот косячок. Слушай, она у тебя еще и быстрая, эта херовина, да? 100 км. Охеренно. Ты сбоку смотришься, как будто ты паришь реально. Да. Ой, кто-то сейчас опрокинется, да? Не, я должен пролетать здесь спокойно, блядь. Ты хотел сделать вот так, как я, да? Да. Окей. Раз ты туда поехал, я поеду в другую сторону. Да мы уже возвращаемся. Да ты бы не торопился, брат. Да мы не торопимся, мы как бы этот. Сейчас на ручную коробку передач проверим максималку. У меня, короче, 99 км в час. Ну, хочу тебя огорчить. Я быстрее напрямую, у меня уже 110 как минимум. Ни хера себе. 120. Эй, ты куда? Алло, дядя, и как насчет моста? Не знаю. Воу! Ну, я пытался. По крайней мере, я пытался. Правда, мы расхерачили всю свою дрель, но тем не менее. Что-то ты слишком этот какой-то, отважный парень. Да, Маск, кстати, у меня называется машина. Ты что там делаешь, дядя? Я тут. Мы прочистили этот город и умерли. Да. Господи, what the fuck? Господи, what the fuck? Ты что, там взрываешься, что ли? Здрасте. Где? О, Соломенко! У нас был купон на быстрое перемещение. Нифига себе, купон быстрого перемещения. Да, имба. Так, давай-ка я тебе сделаю укольчик, братан. Давай, попробуй догони. Он опять пытается переехать через эти, да? Господи, у тебя что-то там оторвало низ. Да, что-то пошло не так, по-моему. Так, ладно, чтоб укольчик не получить. Укольчик. Да, господи. Укольчик. Говно. Укольчик. Живой еще, да ладно. Да. Ты не дошел укольчиком до конца. Ай, поезд. Да ладно, как так-то? Я увернулся. Уничтожить поезд. Господи, я поехал, братан. Я вижу, он тебя просто угандосил. Просто, да господи, зачем я нажимаю Ctrl-R на этом говне, когда сижу сверху. Так, я понял. Слушай, ну я думал, что-то будет этот, довольно-таки эффективнее на дрели. Но что-то я смотрю, тебя походу давить надо. Слушай, а у меня вообще все колеса на месте. Ну это хорошо, наверное, для тебя. Не, ну я думаю, да, я еще и еду спокойно, как бы все. Так. Я тебя вижу, но у нас проблема другая. У нас слишком большая жопа, и мы не помещаемся в уличке. Не, да проблема у меня, я не могу переехать рельсы. Я уже еду, братан. Не переживай, мы уже рядом. Мы уже здесь. Спасательная дрель едет. Не, нифига. Мы тебя спасем. Оба! Поеду-ка я тебя нахер. Ой. Так, поезд. Поезд! Это Need for Speed! Я проскочу! Господи, красавчик. А ты не проскочишь. Да я вообще не залезу как бы. Да. Вот это громитина.
Эй, дядя, ты что делаешь? Анальное аннигилирование. Просто разозлил меня. Обалдеть. Я надеялся, на тебя упадет здание какое-нибудь. Но ты не успел. Ты проехал? Я успел проскочить просто. Ребят, посчитайте, сколько секунд прошло, пока мы не разрушили весь город. Ты что, на месте стоишь, что ли? Алло. Ну все, я поехал. Так, а я тебя вижу, между прочим. Где? Где-то в городе. В городе моем. Ёпа мать. Господи, просто минус этот. Так, вот так делаем. Вали, брат. Господи, какой же он, мать его, здоровый и неуклюжий, но он даже по стройке ездит, ему насрать вообще, где ездить. Главное, на бессмертие. Потому что без бессмертия он что-то едет плохо. Господи. Ну, наш Мас, мне кажется, сегодня будет победителем. Ну, это вряд ли. Так, все. Да, твоя дрелища даже не может меня догнать. Да не, я просто напрямую сейчас встал нормально, а то да, его, короче, заносит. Я просто понимаю, но ты вообще беспомощный дрель. Так. Будем просто давить его тогда, да? Давай, дави, ага. Давай. Ни хера вот, себе, я тебе полкабины дрелью высверлил, ты видел? Нет. Как ты не видел? Нет. Как ты мог это не видеть? Все в порядке. Как ты мог это не видеть? Прям тебе... У меня и кабина нормальная. Тебе перед мордой прям тыкали. Тыкали? Ну так ты тыкал мимо. Нормально я тыкал. Сколько раз я говорю, тыкай ровно. Тебе хорошо? Мне очень. Как оно едет еще? Мне доставляет удовольствие то, что ты делаешь. Ты меня буксируешь, ты в курсе? Да. Я вообще, я на газ не жму, ребят, он меня тащит сам. Да ладно? Подожди, отъедь немного. Ты почему не умер, алло? Я еду, да. Как это поднимать, смотри? Ты мне мешаешь вообще, если что. Как? Что это за этот? Ты мне мешаешь, брат. Весеннее обострение, я не понял. Да отойди, что ты меня тащишь назад, алло. Ай, как старается. Старается. Ай-яй-яй-яй. Не может ничего сделать, да? Ой, тебе бой зимой. Эй, дядя, ну-ка уйди с пистолетом. Опа! Ну ты проиграешь, значит, если ты меня сейчас убьешь. Ты меня проиграешь сейчас, если смотри, ты меня будешь убивать. Смотри, что он делает, он тащит мою дрель. Все, мы ее это, припарковали, ёпти. Так, ладно, у меня тут другое оружие, я сейчас попробуем сбоку стрельнуть как-то. Да, давай, ага. Оно не стреляет. Смотрите, сбоку. Ребята, мы просто его тащим. Колесо тебе сбить. Господи, что делать-то? Прикол, просто прикол. Ай-яй-яй-яй. Алло, дядя. Это что сейчас было? Вот слышь? Это прикол. Блин, да ладно, а вот как это вообще грузовичок смог против дрели выстоять? Стал довольно-таки низким и, короче, просто тащил дрель на себе, это обалдеть. Не, самое главное, что он смог ее, короче, прицепить к себе. Да, 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 еще тащить, то есть я его как бы должен теоретически был раздавить, но у меня не получилось этого сделать. Это шок-контент, брат. Это имба. Покупайте МАЗ. Не будьте как эти самые. МАЗ — лучший транспортер дрели. Если ты не пидорас, покупай МАЗ. И ставь лайк. Боги маркетинга. Ладно, ребята, давайте поменяйся местами. Мы пошли дальше, ребятки, устраивать погони. Ребят, у нас сегодня, походу, будет шоу этих фриков. Шоу фриков? У меня теперь тоже инновационный. У меня каждая серия с фриком, ёпси. Ты просто не видел еще мой мега КамАЗ. Мега КамАЗ? Да. Так я сейчас увижу. Мега медленный, но мега КамАЗ. Салам алейкум, брат. Ой. Ну что делать будем? Валить. Господи, ты видишь, господи, это чудо, которое у меня? Почему я на бессмертие не поставил, а? Я не знаю, я знаю, что я еду 30 км в час всего лишь. Да ладно. Не, ну тогда это просто надо поиздеваться над тобой, брат. Пошел ты. Я, куда ты поехал? Дядя. Пошел ты. Господи, он опять сюда повернул.
Эй, дядя, ну угомонись. А что мне делать с 30 километрами в час? Я хочу выйти на свободу, на открытое место. Спокойствие. Выпей афобазол. Братан, ты нервничаешь. Господи, ненормальный псих. Убийца! Блин, мне кажется, мою постройку реально забыли завести, короче, как минимум движок еще второй. Господи, что он творит? Да хорош тебе, меня здесь не было. Господи, КамАЗ — это, конечно, жесткая тема. Он охеренный и охеренно медленный. Он охеренный? Он охеренный. Да? Да. А чем он охеренный-то? Не знаю. Своим видом. Алло, дядя. Ты же в курсе, что он сейчас просто умрет? А почему? А она не достает? Она только до головы до твоей может достать и все. Да подожди, дай отъехать чуть-чуть, выровняться надо. Что это за изнасилование среди белого дня? Покану тебя только быстро. Слушай, а смотри, КамАЗик справился так же, как и твой МАЗ. Да с чем он справился-то? У меня-то высокий был, и ты хотя бы мог меня пробить, а этот... Там нету кузова у тебя. Ну, ты мне сломал бортики. Так, бортики, так я тебе еще и отпустился. Господи, кстати, он довольно-таки неплохо ездит по неровностям, но этого мало, все равно. Сейчас тебе успел. Успел. Да, жесть. Это значит, это... Ты еще, блин, ездишь по этим маленьким улочкам, я вообще по ним не ездил. Ты кого хера стреляешь? Я не стреляю, он сам стреляет. В смысле, он сам стреляет? В прямом, я даже не сижу. Господи. Он не стреляет, у меня вообще он не стреляет. Не, я вижу, что следы есть от выстрела, но это, по-моему, нихера не знает. Господи. А мы все дома еще не поскреб тебя прибил. А еще один упал, смотри. И опять боже на меня. Боже мой, что происходит? Слышь. Алло, дядя, что с твоим КамАЗом? Ты вообще нормальный, нет? Да я ничего не делал, я вообще не стрелял даже. А как тебя уничтожить? Я не знаю, я даже не сидел, я посмотри, где сижу, я за рулем сижу. Блин, как тебя уничтожить? Меня никак. И где тут кнопка взрыва? Вон твой КамАЗ, смотри, иди садись в него, братан. От него ничего не осталось. Я вижу. Блин, я сам себя стрелять не могу. А, боже мой. Блин. А, я знаю, что нужно сделать, смотри. Что это такое? Это миссия Рэмбо невыполнима. Ой, а ты горишь, братан. Да, я заметил уже. Ну чё, как дела? Включи... Бляха-муха. Ты в чём врезался? Или ты умер? Я нет. Ещё нет, да? Нет. А теперь? Я понял, куда я улетел, алё? Я неудачно зашел к тебе в гости. Я прям сзади тебя за спиной стоял, понял? Я прям внутрь залез к тебе. Охренеть, я лечу просто среди небес. О, чудо, вернись к нам на землю. Жесть, просто концовка ярая. Да. Блин, ребят, ну вот такие погони были, довольно-таки угарные. Блин, это... И, помимо угара, это еще и трэш. Это экшен, да, ребятки, реально экшен просто. Да, если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И с вами были, как всегда, Юра Чентани. И всем пока-пока. Пока-пока, ребятки.